Мария. Работаю, человек называется, с лишним весом, который очень сильно хочет похудеть, но не может сделать этого самостоятельно. Вот, и хочу работать в команде, надо сбросить вес. 30 кило. Здоровье не позволяет дальше жить с таким весом. Ну, мне некомфортно в этом весе, я знаю, какая я могу быть. Вот, и ну, тяжело, и какой пример подаю я детям в первую очередь, как мать, как вот образчик питания и всего остального, с чего копируется детьми наше поведение. Вот. Должна подавать достойный пример. С лишним весом у меня нет полноценной жизни. То есть я хочу пойти в горы, я поднимаюсь на какое-то определенное, я устала. Проекта я жду поддержку и поставить меня на путь истины. То есть сама я заниматься не могу. Я не знаю, что, ну, я знаю, что нужно физически, правильно? Никак, ни технологию, как их выполнять. То есть никакие необходимые применять без вреда для здоровья. Я полностью готова слушаться во всем своего куратора.